Весенние каникулы для детей – настоящий праздник. На полторы недели можно забыть о партах и учебниках. Однако это не повод забывать о правилах поведения на дорогах. По статистике, во время каникул происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. В эти весенние каникулы зарегистрированы уже два случая дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Основная цель сегодняшнего рейда является то, чтобы напомнить водителям в очередной раз, что необходимо детей перевозить в детских поддерживающих устройствах, а детям там переходить там, где это предусмотрено, то есть по пешеходным, регулируемым и нерегулируемым. Оказалось, что по части нарушения правил перехода дороги взрослые хуже детей. Многие горожане предпочитают удобство безопасности и перебегают дорогу за 50 метров до зебры. Насмотревшись на взрослых, нарушают и дети. А зачем быстрее переходить? Ты нарушил правила дорожного движения. В школе, в образовательном учреждении инспектора рассказывают? Вам не приходили? Мама рассказывает, где нужно переходить дорогу. Почему нарушил? На первый раз мальчик отделается предупреждением от инспектора. А вот этот нерадивый папаша получит реальный штраф. Ребенка он перевозит без удерживающего кресла, хоть и знает о возможных последствиях. То есть вы осознанно согласны? Согласен, просто я не на своей машине. В своей машине у меня есть сиденье. Могу свозить, показать. Но вы понимаете, что нужно, необходимо, чтобы у вас было кресло, чтобы для перевозки ребенка. Это же ваша безопасность. Штраф за отсутствие детского кресла – 3000 рублей. Если денежная мера наказания не так важна для родителей, то они должны задуматься хотя бы о безопасности ребенка. Вот что по-настоящему бесценно. Наталья Романова, РТВ Иваново.